Ребята, всем привет, с вами Александр. Пару минут назад стал доступен турнир Альфа 06. Что круче, Омега 09 или Альфа 06? Вот что важнее, вот Альфа или цифра? Ну ладно, в общем-то, сейчас будем его проверять. В общем, это он похож на какого-то, не знаю, как будто бы он, тот у нас был электрическим, наверное, фиолетовый Омега 09. А этот, наверное, какой-то каменный, как будто бы лава, вулкан, фиг его знает. В общем-то, давайте будем пытаться. Сколько нужно? 40 миллионов? А, это для первой цели. А всего нужно 4 миллиарда. Ну ладно. Миллионы щелкают он чуть ли не каждую секунду. Не, каждую секунду на 100 тысяч добавляется. Давайте тоже свою соточку тысяч добавим. Так, ну сейчас мы пойдем, конечно же, самыми сильными амфибиями. Так, ну возьмем... Просто думаю, как взять. Взять троих самых сильных, что у меня есть, или взять просто три самых разных. Ладно, давайте вот так вот пойдем. Возьму три самых сильных своих амфибии. А там уж как-нибудь разберемся. Погнали. Ух ты, красавчик-то какой! Так, ну чё, давайте накапливаем баллы. Ой, мы тут накопим много баллов. Ну и взял его, случайно пробил. Так, сейчас он у нас будет восставать из мертвых. Ах, крутой какой. Ударил на 5, но, конечно, нам просто пофигу на это все. Он послабее, чем Омега, или мне кажется. Черт, один балл в защите стоял. Ладно, тогда сейчас посидим в защите, дождемся, пока он нас проатакует. Ну, все-таки он ходит и тоже электрикой бьется. Звуки совсем точно электрические. Так. По полной он нас проатаковал, да? На 6 у него было, блин, на... Да, вот так. Все равно он не будет нас на следующий ход атаковать. Чао, какао! Вот так вот. Слабый удар, много жизни. Вот такая вот формула у Альфы 06. Так. Чао, какао. Блин, одним я завалил троих. Ну да, совсем. Так, надо поймать картиночку будет. Так, теперь удар 600-306. Так, ставлю защиту, все. Ну давай. На 5 проатаковал. 4 переношу. По полной. Я могу его сейчас пробить без проблем, но тогда он меня пробьет. Все-таки постараюсь сохранить остапозавра. Сейчас посидим немножко в защите.
Подождем, пока он опустошит свой резерв. 7 баллов. Ну, давай. Нет, смотрите, гаденыш какой. Надеюсь, он не захочет нас проатаковать на 8, а то иначе это теряет весь смысл. Хотя бы 7 уже давай. Ну, 3 удара все-таки лучше, чем 4 получить. Но сейчас я его пробиваю. И 4 балла сохраняю. Ах, на долю секунды не успел заснять то, что хотел. Так, давайте теперь делаем вот так. Ну, 6. 3 балла. Загрыз нас. Так, ну что, теперь отсидимся в защите. У него много баллов. Сидим в защите дальше. О, 6. Что-то я не рассчитал, что у него так много будет. Ну, этого я должен пробить. Вы сами понимаете. Так, что-то рановато. О-о-о-о. Ладно. Наша суператака. Блин, опять. Я хочу, чтобы те полосочки было видно. Ну, он сейчас нас, конечно же, пробивает. Посмотрим, сколько мы дэмэджа нанесли. У меня рекорд какой? 108 или 120 тысяч был? Вообще шикарно. Ого, 200 тысяч. Такого точно у меня не было. То есть, ну, из-за того, что у него слабый удар, мы нормально так его потрепали, ребятки. Вот так вот. Первую цель мы выполнили и внесли в это довольно хороший взнос. Ну что, будет у нас еще парочка, надеюсь, серий. Завтра, послезавтра снимусь. Подеремся самыми сильными хищниками. Подеремся... Травоядными можно подраться с ним, кстати. Сигнозух позволяет. Ну, в общем-то, будет у нас еще парочка серий, думаю. Так что не забывайте подписываться на канал и почаще смотреть видео. До скорых встреч!